Сегодня вечером жители Анапы смогут увидеть суперлуния. Это астрономическое явление означает, что спутник Земли подошел к нашей планете на минимальное расстояние. Оно составляет чуть больше 350 тысяч километров. В такие ночи Луна выглядит необычно большой. Небесное шоу начнется в 21:38. Лучше всего будет наблюдать его в телескоп. А спонсор сегодняшнего выпуска программы – цирк Юрия Никулина на стадионе «Спартак». Открытие циркового сезона в Анапе. С 11 июня на стадионе «Спартак» цирк Юрия Никулина. В программе гимнасты, акробаты, дрессировщики и клоуны. В Анапе на Горького 5. Телефон 7 952 816 42 42.